серый целый. Не делись на черных и белых, ни в толпе прохожих. Взять бы и обнять человека, мы ведь так похожи. Металлисты отметили юбилей региональной общественной организации по работе с молодежью поколения. Ей исполнилось 5 лет. Активисты реализовали множество крупных социальных проектов. В праздничный день воспитанники детского юношеского центра подготовили для юбиляров музыкальные номера. Виновников торжества поздравили первые лица города. Я, конечно, сегодня хотел бы поблагодарить организаторов, учредителей. Второе, конечно, вот я, наверное, в вашем лице хотел бы поблагодарить и администрацию у нас правительства Магаданской области, Министерство внутренней политики, потому что я знаю, что активное взаимодействие, сотрудничество и ресурсный центр помогает в написании проектов. Это очень важно сегодня для развития любого общественного объединения. Конечно, я хотел бы поблагодарить и членов этой общественной организации. Поколение реализует проекты для молодежи Магадана и Колымы. Основная цель организации – воспитательная, культурно-досуговая и социальная работа с детьми.